Всем привет, с вами SteveProи сегодня я покажу вам, как сделать лифт в Майнкрафте Pocket Edition. Вот у меня уже построен так называемый лифт. Ну, для этого нам всего лишь понадобится зайти в такое убежище, вот так оно будет выглядеть. Можно сделать сколько угодно этажей. Для этого нам понадобится вот так разбежаться и смотреть вверх, чтобы залезть на эту стенку. Как видите, здесь нет никаких лестниц, лучше пригнуться и вот так лезть. Вот, мы без всяких лестниц, без всякой воды, так сказать, лезем спокойно. Не знаю, возможно, это может баг. Может быть, это было сделано специально, но также мы можем залезть на второй этаж. Так, давайте. Так, залезай. Да, блин, почему ты падаешь? Ладно, давайте заново залезем. Я вам докажу, что я могу залезть на второй этаж. Можно залезть и на 10-й, и на 20-й этаж. Вот, все, я залез спокойно. В таком темпе. Вот. Ну вот. Не знаю, возможно, это, наверное, баг. Ну, чтобы сделать такой лифт, нам понадобится именно так, акация. Можно так украсить, как я. Можно делать еще красивей. Вот, ну такой секрет, если кто не знал. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.